Ставрополье сохраняет позиции одного из основных регионов России, производящих зерно и поставляющих его на внешний рынок. Операция «Урожай», проводимая Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю, призвана сохранить и спрофилактировать кражи в период заготовки и уборки урожая. Проблема хищения и дальнейшая легализация неучтенного зерна является наиболее актуальной в сфере сельскохозяйственного производства. Способов хищения зерна на различных стадиях, от производства до заготовки, на которой мы сейчас присутствуем, много. Все они зависят от форм собственности того или иного предприятия. Ежегодно с целью сохранения материально-технических ценностей и сельскохозяйственной продукции Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю проводится комплекс профилактических и оперативных мероприятий. С начала проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции уже выявлено и изъято из незаконного оборота более 207 тонн зерна. Оперативниками возбуждено 5 уголовных дел. Работа по предотвращению фактов хищения зерна нового урожая продолжается.